Надувное кресло «Фиштрон» является самым удобным сиденьем для байдарок и легких лодок. С момента его появления в 2017 году кресло «Фиштрон» претерпело ряд изменений, улучшающих его характеристики. Появились разные виды фиштронов под разные лодки. И вот настала пора обновления метода крепления кресла на лодку. На замену системе «гребенка-пруток» приходит классическая схема «Лектрос-Ликпас», используемая для установки жестких сидений, которая облегчает монтаж и регулировку расположения сидения. Установка ликпаза на надувные кресла до сего момента была невозможной, но нами был разработан и запущен в производство специальный профиль пластикового ликпаза, который может устанавливаться на надувные конструкции. Переход на систему «Лектрос-Ликпас» для лодок, штатно оборудованных сиденьем «Фиштрон», будет осуществлен в ближайшее время. Кроме того, появление новых пластиковых ликпазов открывает перспективы для модификации широкого спектра надувных изделий. Следите за новостями.